Жизнь великого Мусоргского – это череда несоответствий. Музыкального гения и беспутного человека. Композитора, работавшего без отдыха и сна, и мелкого чиновника-бездельника. Обладателя неуемного воображения и сочинителя, который не закончил ни одно из своих главных произведений. Надежного друга и обидчивой особы, не прощавшей закадычному товарищу женитьбы. Даже имя Модест, что переводится с древних языков как «скромный», никак не соответствовало характеру композитора, дерзкому, взрывному и нетерпящему возражений. Скромности в Мусоргском было немного. Даже в письмах он будто бы насмехается над этим несоответствием, шутливо говоря о себе в третьем лице «скромный Модест». Для таланта скромность часто помеха, но для безграничного гения она как узда, которая сдерживает прыть желаний, как смирительная рубашка, которая не дает эмоциям выбить почву из-под ног и погрязнуть в пороках. Мусоргскому скромность не помешала бы, с ней он бы и прожил дольше и сочинил больше, но, возможно, тогда и гений композитора не был бы столь осязаем и звучен. В своем творчестве он походил на скульптора эпохи Возрождения. Мусоргский брал историческую эпоху, отбрасывал из нее все мелкое, лишнее, наносное и наряжал ее в музыкальные одежды, а в уста персонажей вкладывал живой язык. И со слушателем будто бы говорила сама история. Мальчик с таким талантом появился на свет ранней весной 1839-го в дворянской глуши, в имении Карева в Торопецком уезде Псковской губернии. Бескрайние леса, полнившиеся кикиморами да лешими, уездная ярмарка с болтливыми раёшниками и бумажной комедию, то есть комедии, которую разыгрывали на манер китайского театра теней. Обязательная няня с волшебными сказками да преданиями. А еще гувернантка-немка, строгая, педантичная, арифметику и грамматику знавшая на зубок и на фортепиано игравшая сносно, чтобы детей и музыкой увлечь. До 10 лет Модест Мусоргский вместе со старшим братом Филаретом воспитывался в патриархальной атмосфере загородной усадьбы, где господских детей обучали наукам и искусствам родители да домашние учителя. Затем семья переехала в столицу Российской империи, где Модеста отдали в славную немецкую школу Петришули, но окончить ее Мусоргскому не довелось. Родители почему-то решили, что мальчику, который в 7 лет уже вполне сносно играл непростые произведения Листа и Шопена, больше подойдет карьера не музыканта, а военного. Мусоргский был отдан в школу гвардейских подпрапорщиков, которую сам композитор позднее описал как «роскошный каземат», где учили армейскому балету, требовали держать свое мнение при себе и только подчиняться. Мусоргский преуспел в военных науках, за что удостоился любезного внимания императора. Однако не одним военным делом занимался молодой талант. В школе процветали вечеринки и кутежи, на которых Мусоргский с удовольствием бывал, пировал и играл развеселые мазурки, польки да кадрили. Свое первое изданное произведение, разудалую польку, от которой ноги сами пускаются в пляс, Мусоргский написал в 13 лет, едва лишь поступив в школу гвардейских подпрапорщиков. В этой школе, как и везде в армейской среде, процветала дедовщина. На только поступивших на обучение юнцах старшеклассники ездили верхом в умывальные комнаты и презрительно называли их вандалами. Но Мусоргский от унижений был избавлен. Во-первых, его взял под защиту старший брат, учившийся в этой же школе. Во-вторых, Модест лучше всех соучеников играл на фортепиано. А на бесконечных танцах и попойках это ценилось ох как высоко. На одной из вечеринок вошедший враж Мусоргский симпровизировал польку, которая пришла ему на ум и заслужил овации и тосты.
На следующий день он наиграл мелодию педагогу по фортепиано Антону Герке. Тот Мусоргского отмечал за техническое мастерство, но в композиторском даре отказывал и не привлекал Модеста к дополнительным занятиям по сочинительству. Но тут Герке признал, что был неправ. Он записал польку Мусоргского в нотную тетрадь, чуть подправил, озаглавил под прапорщик и отнес издателю Матвею Бернарду. Тот специализировался на салонной музыке, и полька под прапорщик, подходившая под тематику издательства идеально, тут же была опубликована. В училище Мусоргский был одним из лучших. Выправка, стать, безупречный немецкий и французский. А еще особое, непривычное для будущих офицеров – страсть к знаниям. Он читал в подлиннике великих немецких философов и с жаром пересказывал прочитанное друзьям. Начальник училища, генерал Судгов из немцев, благоволил Мусоргскому и приглашал его играть в четыре руки со своей дочерью, тоже бравшей уроки фортепиано у Герке. Для Судгова талант воспитанника был очевиден, и он понимал, что в армии таким не место. Однажды генерал даже воскликнул: «Какой же, моншер, выйдет из тебя офицер?» Но офицер-то вышел многообещающий. Мусоргского после окончания школы гвардейских подпрапорщиков определили в привилегированный и близкий ко двору Преображенский полк. Служба была скучна, ежедневная муштра, раз в неделю караул в Зимнем дворце, по праздникам парады на Дворцовой, в остальные дни наряды и дежурства. Во время одного из них офицера Мусоргского направили во второй военно-сухопутный госпиталь. Дежурным врачом в тот день был будущий великий композитор Александр Бородин. Они разговорились и сошлись. Бородин позднее так описал своего друга: «Модест Петрович был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком. Мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки вывороченные, волоса приглажены, напомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские, манеры изящные, аристократические, разговор такой же, немного сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными, некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренный, вежливость и благовоспитанность необычайные». Уже в 19 лет офицер лейб-гвардии Преображенского полка Модест Мусоргский подал прошение об отставке. Его отговаривали все родные, но он был тверд и непреклонен. К тому же к отставке призывали и новые друзья – композиторы из могучей кучки, которые сразу же углядели в молодом офицере великий талант. Сперва Мусоргский начал совершенствовать свои навыки пианиста. Вместе с Милием Балакиревым они дни напролет в четыре руки играли Бетховена, Берлиоза, Шуберта. А потом началась бурная композиторская деятельность. Страстный и порывистый, Мусоргский начинал писать произведения и часто бросал их неоконченными. Так произошло с двумя первыми крупными опусами – операми «Царь Эдип» и «Саламбо», в которых композитор впервые решился музыкально управлять целыми народами, пока что из заграничной истории. Но именно с этих опер начинается путь к главным шедеврам Мусоргского – могучему Борису Годунову и «Хованщине», о работе над которыми сам композитор позднее написал так: «Два пудовика, Борис и Хованщина, рядом могут и придавить». Верди очень мало написано для баса. Ну, Филипп, сколько написал Верди опер, там в основном очень небольшие роли для баса. Он предпочтение отдавал тенору, естественно, сопрано. А в русских операх, наоборот, басу дано предпочтение. Россия все-таки северная страна, и голоса более низкие. Из-за природы, из-за климата, наверное.
Три года работал Мусоргский над оперой «Саламбо», да так ее и не закончил. Причина была банальна. Музыка, по признанию критиков и друзей, была хотя и немного сумбурна, но гениальна. Однако никак не соответствовала месту и эпохе, где развивается полный драматизм и сюжет, основанный на одноименном романе Гюстава Флобера. Композитор, сам написавший либретто о восстании наемников в античном Карфагене с линией трогательной любви ливийского воина-раба Мато и дочери карфагенского полководца Саламбо, сочинил выдающиеся музыкальные сцены. Но что бы ни изображал Мусоргский, его музыка была абсолютно русской, никакой античности в ней не ощущалось. В «Саламбо» было столько музыкальных и драматургических находок, что Мусоргский включил целые отрывки из этой оперы в своего Бориса Годунова, где его музыкальная русскость оказалась как нельзя кстати. Раньше в церквах очень ценились эти голоса низкие, поскольку одного октависта достаточно, чтобы покрыть весь хор. И такие бывали октависты, когда начинал петь там низко очень, что пол дрожал. Я работаю в капелле, у нас такой был покойный Гоголь, он взял ноту низкую, вот пол вот так вот заходил ходуном. Это бывает очень редко. Видно, попал в резонанс, что ли. Вот мне. У всех мурашки, и думаю, что это за чудо такое. Сам Мусоргский обладал отличным баритоном и на встречах могучей кучки часто исполнял написанные им романсы и арии. Все были в восторге, а атмосфера там была редкостной. В воздухе витали молодость, талант и надежда на будущее. Правда, Мусоргский все время бросал начатые произведения, брался за новые, возвращался к тем, что были отложены, и никак не мог довести дело до конца. Лишь небольшие опусы, песни да романсы можно было считать законченными, хотя и их Мусоргский все время рвался переделать. Стремление к музыкальному совершенству было одной из ключевых целей «Могучей кучки». А еще желание создать национальную русскую оперу. Когда внезапно умер Михаил Глинка, автор «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы», члены «Могучей кучки» буквально поклялись продолжить дело великого композитора. Так главной идеей стала русскость музыки и сюжетов. Оркестровую фантазию «Иван Иванович на Лысой горе» Мусоргский писал сразу набело и закончил всего за 12 дней летом 1867-го, аккурат накануне дня Ивана Купалы. Ее в вокально-фортепианном виде он хотел написать еще 7 годами ранее, когда пришел в восторг от драмы однокашника по школе гвардейских подпрапорщиков Менгдена. О чем была его пьеса под названием «Ведьма», можно только догадываться. Ее текст был утерян, но из программного описания Мусоргского многое ясно. Композитор так делит свой опус на 4 части. Сбор ведьм, их толки и сплетни, поезд сатаны, поганая слава сатане и шабаш. Результат Мусоргскому пришелся по душе, хотя он и обмолвился, что за такое его бы выгнали из консерватории. Но даже друзья опус не оценили. Несмотря на личное посвящение наставнику и главе «Могучей кучки» Милию Балакиреву, тот наотрез отказался исполнять «Ночь на Лысой горе», предложив сначала внести изменения в музыкальный текст. Раздосадованный и обиженный Мусоргский был весьма категоричен. «Я не изменю ничего в общем плане и обработке, тесно связанных с содержанием картины и выполненных искренно, без притворства и подражания». В итоге произведение легло Мусоргскому в стол. Он только попытался пристроить его в качестве интермедии в оперу «Сорочинская ярмарка», переписав для этого «Ночь на Лысой горе» в 4-ручном варианте для фортепиано, добавив хор и балет. Идея с балетом пришлась ко двору в 20 веке. Хореографические спектакли на музыку композитора ставили Горский и Лопухов, Захаров и Моисеев. Собственную фантазию на тему Мусоргского «Ночь на Лысой горе» сочинил и Римский-Корсаков.
С оригиналом она сюжетно схожа, но музыкально очень от него далека. Даже состав оркестра Римский-Корсаков выбрал иным. Мусоргский, как никто другой из талантливых кучкистов, умел вдохновляться реальной картинкой жизни, чем-то увиденным им самим. Первое самостоятельное, без обычных балакиревских подсказок, сочинение. Симфоническое интермеццо в классическом роде. Мусоргский написал в 1861-м. По признанию самого композитора, он расслышал музыку в деревенской сценке, когда в зимний праздник толпа мужиков шла через поле, без конца проваливаясь в снег, чертыхаясь и выкарабкиваясь оттуда. А толпа молоденьких баб шла рядом по утоптанной тропке, веселясь и распевая песни. Мусоргский так описал рождение интермеццо. «У меня мелькнула в голове эта картина в музыкальной форме. Смеющиеся бабенки представились мне в виде мелодии, из которой я потом сделал среднюю часть или трио». Мусоргский был одним из первых, кто в вокальной музыке обратился к образам простого народа. В жизни композитор был очень внимателен и переносил свои наблюдения в музыку. Об этом сам Мусоргский шутливо говорил так: «Я вот запримечу кое-каких народов, а потом при случае и тисну». Образами униженных и оскорбленных полнятся многие песни и романсы на музыку Мусоргского. «Калистрат и сиротка», «Гопак и забытый», «Колыбельные еремушки» и «Светик Савишна». А песня под названием «Семинарист» была и вовсе запрещена цензурой. Неудивительно, что любимым писателем Мусоргского был Федор Достоевский. По печальному совпадению, композитор и его литературный кумир умерли в один год. А последнее публичное выступление Мусоргского состоялось на вечере памяти Достоевского. Когда перед публикой вынесли портрет писателя в траурной кайме, композитор сел за рояль и симпровизировал похоронный звон колоколов. Как писали потом очевидцы, это было не только последнее «прости Мусоргского» усопшему певцу всех униженных и оскорбленных, но и личное прощание со всем миром. Виктор Эдуард Гартман, сын лекаря-француза, звавшийся на русский манер Виктором Эдуардовичем Гартманом, еще при короткой жизни стал классиком псевдорусского стиля в архитектуре, знаменитым сценографом и орнаменталистом, обладателем российских и международных наград. Он был очень дружен с Мусоргским, который едва не помутился рассудком, когда Гартман внезапно скончался в 39 лет. Но композитор взял себя в руки и в память об умершем друге написал цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки». Под впечатлением от посмертной выставки из 400 работ Гартмана в Императорской академии художеств. Русскость Гартмана была близка Мусоргскому, о чем он написал своему другу, критику и идеологу «Могучей кучки» Стасову. «Гартман кипит, как кипел Борис Годунов, звуки и мысли в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее и надежнее сделать». В картинках, кроме отдельного и очень напевного променада, есть 10 пьес, разделяемых личностными интермедиями, о которых Мусоргский шутливо говорил так: «Моя физиономия в интермедах видна». Но при жизни композитора цикл не был ни издан, ни исполнен. Только при содействии Римского-Корсакова, который отредактировал все пьесы, картинки с выставки были опубликованы лишь через 5 лет после смерти Мусоргского, а сыграны публично только в 1891 году, став с тех пор едва ли не самым исполняемым произведением композитора. Из русских писателей Мусоргский любил больше всего Гоголя. Его юмор, национальный колорит, легкость сюжетных поворотов. Поэтому, когда старший товарищ и один из музыкальных наставников Доргомышский в шутку предложил Мусоргскому положить на музыку прозаический текст гоголевской пьесы «Женитьба», тот пришел в восторг от оригинальной идеи. «Возьми стул, садись, да и рассказывай!» До Мусоргского большие прозаические куски, речитативы, включали в свои оперы лишь два великих реформатора: Монтеверди из 17 века и Глюк из 18-го.
Мусоргский назвал «Женитьбу» прозаической оперой, где язык человеческий был уважаем, а не облачен по воле либреттистов-поэтов в героическую робу. Верно, какая-нибудь сорокалетняя дева. Уж вот нет, так нет. Первый акт он сочинил всего за 3 месяца, летом 1868-го, и представил его на собрании могучей кучки. Партии исполняли сами кучкисты. Мусоргский пел Подколесина и Степана. Главный идеолог кружка, критик Стасов, пребывал в полном восторге. Музыкальная и языковая почва для Бориса Годунова была подготовлена. А приданое-то приданое. Мусоргский композитор, который воплотил наш русский язык, настолько естественно в музыке это сделал. К примеру, я вам спою маленькую фразу из Бориса Годунова, допустим. «Хозяйка, куда ведет эта дорога?» Она поет: «А в Литву, кормилец, а далече до Литвы, нет, родимый, недалече, к вечеру можно поспеть, кабы не заставы, как заставы». Идет русская речь от предложения, то есть настолько естественно он положил эту мелодическую форму в речь, поэтому у Мусоргского очень важен текст. Не только мелодические, но и предложения, ударные слова. Это типично русский композитор. Мусоргский беспрестанно искал новый музыкальный язык. Пытался найти те речитативы, те мелодии, которые смогли бы сделать узнаваемой и явственной подлинную речь русского народа, который способен менять историю. Сочиняя оперу «Борис Годунов», Мусоргский писал, что, работая над человеческим голосом, он добрел до мелодии, творимой этим голосом, добрел до воплощения речитатива в этой мелодии. Первая версия Бориса Годунова была отвергнута дирекцией императорских театров. Ее упрекали в том, что в ней нет ярких женских партий, а речитативы неимоверно сложны. Мусоргскому пришлось доработать оперу. Однако, несмотря на это, в Мариинском театре ее поставили в урезанном виде. Только в 1874-м Борис Годунов был показан полностью. Но через 8 лет он был снят из репертуара по решению художественного совета Мариинского театра. Сегодня эта опера существует в 2 редакциях. Первоначальный Мусоргского, который успел дописать ее до конца, и версии Римского-Корсакова, которую представили публике уже после смерти композитора. Достиг я высшей власти, 6-й уж год я царствую спокойно. У нас пышность декораций, костюмов. И дорого. На Западе вот я участвовал, они, видно, экономят на всем. Иногда кубы наставят. Зритель должен додумывать. А что там додумывать, когда вот открылась картина, и видно, что это историческая действительность. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Оперный режиссер – это специфическое дело. В первую очередь он должен получить музыкальное образование, так как он находится в музыкальном театре. А потом он должен, конечно, параллельно иметь профессию драматического режиссера. Научиться прочесть партитуру, осмыслить и воплотить. Это бы было идеально. Это не ценится, кстати, я хочу сказать, потому что ценится обязательно какое-то новаторство, какие-то совершенно извращенные формы. Готовил дочери веселый брачный пир. Опера «Борис Годунов» была настолько революционной, что ее нельзя было ни запретить, ни разрешить. И то, и другое неминуемо вызвало бы скандал. Мусоргский работал очень быстро. Первую редакцию огромной оперы он закончил за 4 месяца, а восторгов в окружении композитора было не счесть. Как писал Стасов на собраниях «Могучей кучки», радость, восхищение, ликование были всеобщими. Отважно взявшийся за пушкинского Бориса Годунова, которому он присоединил еще и факты из истории Карамзина, композитор творил самозабвенно, но, как считали некоторые его друзья и музыкальные соратники, неряшливо с технической точки зрения.
Именно этим впоследствии Римский Корсаков объяснял, почему он все-таки решил отредактировать и по-иному оркестровать Бориса Годунова. Еще одно последнее сказание. Любимая у нас постановка от Тарковского. Перенесли ее из Ковенгардена. И там вот действительно и современные, и исторические вещи здорово соединены. Там, например, тот маятник, который как бы отсчитывает время. И вот эти убийства показаны царевича на фоне того, что пишет Пимен. А в это время картинки такие появляются. Единственное, конечно, нищета, разрушенные стены, чтобы создать картину Руси в то время переходные, смутные. В предисловии к новому изданию оперы о правителе русского государства друг Мусоргского Николай Римский-Корсаков так прямо и написал, что никто другой не знает более о замысле умершего композитора, чем он сам, то есть Римский-Корсаков, живший с Мусоргским в одной квартире во время сочинения Бориса Годунова. Еще Римский-Корсаков, не скрывая, говорил о плохой инструментовке, излишней сложности голосовых партий, обрывочности мелодических фраз и жесткости гармонии в этой опере. Композитор все это исправил, и его версия Бориса Годунова произвела фурор в Париже в 1908 с Шаляпиным за главной партией. Но не все согласны с Римским-Корсаковым. В 1940-м свою редакцию и оркестровку Бориса Годунова создал Дмитрий Шостакович. Он отказался от всех изменений Римского-Корсакова и вернулся к изначальному музыкальному тексту и либретто Мусоргского. Так что теперь у постановщиков есть неплохой выбор между версиями самого Мусоргского, Римского-Корсакова и Шостаковича. Чем больше вот этот талант услышать созвучие с народом, с большими талантливыми актерами и певцами тоже. Всегда смотришь и слушаешь много, чтобы интересное самому сделать, только так. Себя показывать в опере – это бесполезно, это мало. У нас был такой гениальный Шаляпин, но он тоже показывал то, что он видел в жизни, то, что он чувствовал. Его Мусоргский тоже вывел на такой уровень мировой, о котором только можно мечтать любому басу. За 2 года до смерти Мусоргский, чтобы поправить свое материальное положение и, наконец, отказаться от чиновничьей службы, концертирует по югу России. Его принимают хорошо, впечатлений море, но душу разъедает боль за страну. Она огромна и богата. Но при власти слишком много никчемных и опасных в этой своей бесполезности людей. Эдаких блох, наряженных в кафтаны и получивших право судить, кого помиловать, кого казнить. Во время этой поездки рождается песня о блохе на стихи Гёте в переводе Струговщикова. Те, кто впервые слышал песню Мусоргского, сначала ничего не могли понять. Вроде бы милая шутка, безделица сатанинским смехом. Но стоило певцу дойти до последних слов, как все замирали в оцепенении. В трагедии «Фауст» песнь о блохе исполняет сам Мефистофель в погребке Ауэрбаха. Звучащая из уст посланника преисподней история о всевластии ничтожных блох при королевском дворе выглядела жесткой сатирой. Мусоргский ее то ли смягчил, то ли наоборот усилил, сделав в тексте недвусмысленную музыкальную паузу между словами «жил-был король» и хитрым уточнением «когда-то». Но финал песни срывал все маски. Цензоры хватались за сердце. И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить, а вы, кто стал кусаться, до часа мои душить. Мусоргский очень тяжело переживал распад могучей кучки. В какой-то момент он со своим музыкальным новаторством и народничеством остался в полном одиночестве. Его не поддерживали даже недавние близкие друзья – Римский-Корсаков, Кюи и наставник Балакирев.
Композитор в письме критику Стасову жестко прошелся по своим бывшим соратникам. Без знамени, без желания, не видя и не желая видеть вдаль, корпят они над тем, что уже давно создано, к чему их ничто не зовет. Могучая кучка выродилась в бездушных изменников. Бич оказался детской плеточкой. Переживания были очень тяжелыми. Мусоргский погрузился в депрессию, стал пить и изо дня в день мучился бессонницей. К тому же он, параллельно работавший еще и чиновником лесного департамента Министерства государственных имуществ, мог сочинять только вечером или ночью. Чтобы не сойти с ума окончательно, Мусоргский одновременно с Хованщиной начал писать и легкую комическую оперу «Сорочинская ярмарка». Однако бывшая могучая кучка и ее не приняла, чем только усилила депрессию Мусоргского. Хованщина – это спектакль с историческими лицами, с историей российского государства. Там есть политические деятели времен Петра Великого, Хованский, Голицын, Софьей, Досифей – это староверы и сам Петр. И куда-то в другую эпоху вставить эту оперу просто невозможно. Я имел несчастье петь в спектакле, где был Николай II. Здесь конкретно была привязана к эпохе Петра I, эпохе Раскольников, вот этой политической интриги. Народу в опере «Хованщина» было еще больше, чем в «Борисе Годунове». Мусоргскому всегда нравилось музыкально управлять массами, ясно вычерчивая контуры характеров и погружая персонажей в пучину исторических событий. У последней оперы Мусоргского не было литературного первоисточника. Либретто композитор написал сам, взяв за основу исторический период, именуемый «Хованщиной», когда недолго, в 1682-м, после стрелецкого бунта в Москве, при живой царевне Софье властвовал батя. Так князя Ивана Хованского называли любившие его стрельцы. Тогда старообрядцы хотели при помощи Хованского вернуться к старой вере. Но Софья не позволила, казнив князя и его сына. Драматическую историю Мусоргский музыкально рассказал блестяще, допустив одну хронологическую неточность. Будущему Петру I на момент тех событий было всего 10 лет. Но композитор решил сделать его действующим персонажем. Спектакль, который сейчас идет, он очень старый. Там живопись, вот эти полотна висят, но когда ты смотришь с зала, получается эта объемность. И вот эта сцена, когда горит скит вот этот вот, когда он постепенно падает, это же все руками они, там они крутят, чтобы был огонь. Это все руками делается, но ощущение полное, как постепенно сгорает этот скит, как он рушится, купол валится. Все это сделано настолько грамотно, красиво. Это самая лучшая Хованщина, в которой я участвовал. Хотя и лет 60, если не больше. Хованщина, как и большинство произведений Мусоргского, так и не была дописана. Сам композитор успел оркестровать хор стрельцов «Поднимайся, молодцы» и песню «Марфы», и все. На помощь вновь пришел верный и отзывчивый Римский-Корсаков, который и оперный финал дописал, и оркестровал оперу целиком. Цензура Хованщину запретила, но в музыкально-драматическом кружке любителей оперу показали в 1886-м. В Мариинском театре премьера прошла лишь в 1911-м, а два года спустя труппа Дягилева показала Хованщину в Париже в редакции Равеля и Стравинского, который переписал хор идущих на самосожжение раскольников. Позднее Хованщину оркестровали по-своему Асафьев и Шостакович. Финал жизни Мусоргского был горек. Последние годы он провел в нищете и болезнях, которые не давали ему полноценно сочинять музыку. Работа чиновника и невозможность зарабатывать достаточно композиторским трудом унижали, а в министерстве все чаще грозили уволить Мусоргского за нерадение и прогулы. В конце концов увольнение состоялось, и композитор оказался без денег. Снять квартиру не было возможности, он подолгу жил у друзей, а потом переселился в замшелую комнатушку на Офицерской улице.
неподалеку от Мариинского театра, где безжалостно сократили его Бориса Годунова, вырезав последнюю сцену. Композитор смолчал, чтобы не лишиться авторских выплат. Мусоргского поддерживали друзья. Одни платили ему стипендию в 100 рублей в месяц под обещание закончить ко сроку «Хованщину». Другие – еще 80, чтобы он дописал «Сорочинскую ярмарку». Помогла и певица Дарья Леонова, с которой Мусоргский выступал в качестве аккомпаниатора и работал концертмейстером на ее частных уроках. Но такая зависимая жизнь была ужасна. Композитора преследовала депрессия, сочинялось плохо, а вино давало возможность забыться. Однажды Мусоргский после приступа нервной лихорадки, близкой к помешательству, написал: «Около 20 суток глаза не сомкнул и в таких мрачностях находился». Знаменитый средневековый сюжет «Пляска смерти», о бренности всего сущего на земле и невозможности избежать предопределенного финала любой жизни, писатели, художники и композиторы любили всегда. Из повелителей нот к нему обращались Нюрнбергер и Ланди, Шуберт и Лист, Сен-Санс и Мусоргский. Русского композитора на это сподвигнул критик Стасов. Мусоргский успел написать только 4 песни, но одна из них, «Полководец», должна была точно стать последней в «Песнях и плясках смерти». Стихи для всех написал друг композитора Арсений Голенищев-Кутузов. Но он неожиданно женился, и это рассорило друзей, которые 2 года снимали одну квартиру. Работа над циклом прекратилась. Тем не менее, «Песни и пляски смерти» критика считает выдающимся вокальным произведением. Вот год жизни в земле отдыхать. Ранним ранёхонько в дверь осторожно. Смерть сердобольная. Стоп! Когда уезжали Ростропович и Вишневская, они исполняли это где-то в Париже, в таком, в кругу. И так это было сделано, я даже боюсь сказать, что вряд ли, наверное, кто-то лучше исполнял это. Настолько было проникновенно и настолько сильно. Это очень сложное произведение. Они, по сути дела, как хорошая опера. Труднее даже, чем некоторые роли. «13 февраля 1881-го Мусоргского привезли в Николаевский военный госпиталь, что на нынешнем Суворовском проспекте, который тогда назывался Слоновой улицей. Композитор был очень плох. Никого не узнавал, метался по палате, мучился головными болями и галлюцинациями. У него была белая горячка». В госпиталь к Мусоргскому пришел Илья Репин, который прямо там написал единственный прижизненный портрет композитора. В халате, с растрепанными волосами, с нечесанной бородой и безумным взглядом. Жизнь была растрачена, ей больше не осталось места в теле. Мусоргский умер 28 марта. Ему было всего-то 42. Едва ли не самый народный, в демократическом понимании этого слова, композитор умер в нужде и в болезнях. В Александро-Невской лавре его похоронили только благодаря ходатайству коллег-композиторов, которые понимали, какой талант покинул сей бренный мир. Талант, создавший величайшие музыкальные произведения и разрушивший сам себя пороками, сомнениями и изнуряющей работой.